Первым на трибуну вышел аксакал Иннокентий Егоров. Глава республики выдвинул его на должность первого зампреда правительства. Со стороны депутатов сразу посыпались вопросы, в основном касающиеся социальной политики и экономики. Один из депутатов вообще поинтересовался, откуда у Иннокентия Егорова медаль за верность родине. Это медаль общественная. Насколько я помню, это было в 2003 году. Был такой орган в России, который наделял такими высшими наградами, но тем не менее он является общественным. Как и ожидалось, больше всего вопросов было обращено к Александру Чепику, который курирует экономический блок и сельское хозяйство. Депутаты спрашивали о рыболовстве, самовольных строениях, проблемах ДНТ, развитии экономики и даже добыче нефрита. У депутата Сергея Будажапова был личный вопрос. Почему Александр Евгеньевич не окончил аспирантуру? Вам что-то удалось завершить работу? Вы вообще просите? И второе, английским языком вы свободны? Ну, это у меня была вторая диссертация, которую я писал в Тимирязевской академии. Я отложил свою диссертацию до лучших времен. Что касается английского языка, то я владею не свободно. Значит, он приехал для того, чтобы пройти какую-то карьерную лестницу, горе два попытки, сразу уехал. Но это не касается Александра Евгеньевича. Он прибыл сюда серьезно и надолго. Относительно спокойно обсудили кандидатуры министров экономики и финансов Татьяны Думновой и Игоря Шутенкова. Также без осложнений рассмотрели зампредов Владимира Матханова, курирующего социальный блок, Николая Зубарева, ответственного за инфраструктуру. Депутаты заслушали полпреда от Бурятии Анатолия Лихотинова и руководителя администрации главы республики Петра Носкова. В поддержку команды вышел с речью Вячеслав Наговицын. Один в поле не воин, как известно, и без хорошей, надежной команды добиться каких-то результатов в любой отрасли этого невозможно. В итоге все кандидатуры, представленные на утверждение народным хоралом, одобрены. Много споров вызвал законопроект о выборах главы республики. Согласно предложенному документу, гражданин, который хочет возглавить республику, сначала должен собрать подписи 5% депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Документ предложен федеральными властями. Вот как представитель оппозиционной партии избираться, регистрироваться кандидатом в главы республики Бурятии? Как? Абсолютно никаких шансов нет, потому что все депутаты муниципальных образований, они, по сути дела, ангажированы партией власти «Единой России». Давайте мы зададим вопрос. Кто мы такие вообще, республика? Каким мы правом обладаем? Субъект, чем он обладает? Да? Ну, все уже, да? Даже вот здесь вот мы ничего не можем своего, да? Тогда зачем нам Конституция? Зачем нам Конституционный суд? Значит, все эти органы и атрибуты, да, давайте мы все это отменим. И вот будем жить только по федеральным законам. Несмотря на эмоции и критику, законопроект был принят. Помимо этого, депутаты внесли изменения в бюджет, утвердили закон о ветеранах и одобрили предложение о создании общественной палаты. Надежда Хлыстова, Алексей Ткачев, Новости дня.